Дисклеймер. Продолжим проходить Crysis 1, и мы остановились на том, что нам надо забраться на корабль. Так, сейчас у меня вот догрузилось, и теперь давай-ка пойдем на этот самый злополучный корабль, но сначала надо пополнить себе невидимость. Ждем. Ага, теперь можно зайти. И смотри, как я... Опа. Слушай, ну тут эти, я не хочу к ним заходить. Блин, а у меня нет выбора, да? А, они проехали мимо просто. Тогда давай-ка пока включим броню, пускай они дальше едут. И надо обратно невидимку включить. Ага, и теперь можно дальше дойти. И как помнишь, отсюда... Прикинь, прокатило. Только сейчас он сейчас ко мне подойти может. Маскировка активирована. Подожди, а что у меня такое дерьмище? Автомат какой-то. Ну, прицел нормальный. Глушитель. Что, он мне какое-то говно включил, прикинь. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Максимум брони. Перезаряжаемся теперь быстренько. Невидимость. И давай-ка отойдем вот сюда, вот подальше, чтобы они сейчас, когда будут идти, чтобы меня с той стороны машина не перестреляла. Недостаточно энергии. И предлагаю прицел сразу взять снайперский. Вот такой. Ого, это прям слишком снайперский. А ну. Да, и в голову он что-то вообще нихера не ваншотит. Да, это надо капец тонну просто выстрелов сделать, чтобы замочить того чувака. Да, автомат, конечно, дерьмище. О, давай на второй этаж залезем. Максимум силы. Ага, нельзя, даже с силой. Зашибись. Маскировка активирована. Так, давай-ка прицел отключим. Ага, и скорее всего мне надо будет сзади вон там максимум обойти, чтобы брони. Зайти во второй ангар. Давай-ка сделаем так. Маскировка активирована. И эту машину, я думаю, мне бы снять не помешало бы. Она мне, я думаю, еще подгадит. Давай подождем, пока они будут с этой стороны ехать. Вот сейчас они когда с этой стороны будут ехать, я вот так и сниму их. Так, я слышу. Они должны вот сюда ехать. Какого хрена? Это что такое? Тут мешки сошли с ума как бы. Серьезно? Это что сейчас было? То есть я стоял, никого не трогал, и на меня напали... Максимум брони. Мешки? Маскировка активирована. Не, ну ты видел? Нормально. Максимум скорости. Вообще круть. На меня просто напали мешки и убили. Маскировка активирована. Вообще красавцы. Так, давай-ка все-таки эту машину снимем. Потому что мне не нравится, что она тут ездит, она меня по-любому сейчас завалит. Максимум брони. И я не это хотел. Не-не-не, почему у меня опять снялся прицел этот, глушитель? И теперь давай сейчас этот. Так, я его снял. И сейчас, естественно, со всех сторон понабегут. Да нет, что ты... Маскировка активирована. Ой, ёб твою мать, а. Ну, пиздец. И они теперь со всех сторон, естественно, понабегут. Максимум брони. Вон, 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 я вижу их там. Там просто их тьма. Все. Вот после Call of Duty неудобно. Вроде примерно такая же игра, а вот управление абсолютно другое. Ты видел, походу его вообще через бедро кинул ящик этот. Тут вообще ящики какие-то дикие. Тут ящики убивают людей, прикинь. Что меня, что вьетнамцев. Так, снял. Где там еще? Да давай быстрей. И где-то вот здесь. Вот он побежал. Ну смотри, я ему сколько патронов попал в спину, и он не умер. А, вот для чего красная точка нужна. Я стреляю по этой красной точке. Потому что просто в некоторых играх эта красная точка вообще ничего не дает. Даже направляющую такой вот. Маскировка активирована. Так что даже куда ты стреляешь, целишься, это вообще не совпадает с красной точкой.
Давай-ка брони переключим. А чё, сюда все, что ли? И это весь ангар? Да ну, такой маленький. А здесь еще есть? Нет, они отсюда уже выбежали. Вот сюда, наверное. Мне надо запрыгнуть, чтобы было попроще. И отсюда тогда уже посмотрим, что там будет. Главное, чтобы меня опять этот ящик не переебал. Опа. А я не могу туда, может, разбить сначала? Да, но это хер поможет. Мне что-то кажется. Давай вот так. И теперь попробуем запрыгнуть. Но мне кажется, нет, ни хрена не получится. Не, не получилось. Я же сказал, так что пошли просто назад. Включим невидимку. И побежали. Вот там уже что-то горит. А я ничего не взрывал там. Так, я вижу, там солдаты есть. Нет, я не включу. Какая маскировка? Выруби. Так, сейчас надо невидимку все, чтобы они не выстрелили по газовому этому взрывоопасному ящику, пока я там нахожусь. Так, я слышу, вертолет летит. Надеюсь, он меня не видел пока что. То, что грана... А, вот есть гранатометы. Я их не хотел тратить, но... Раз уж они... Все отлично. Раз уж они у меня тут есть, то отлично. Твою мать. Валим, 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 валим. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, переключись. Так, ты долго бегаешь. Так, вот так. Так, давай-ка... Ага. Вот они обходят со всех сторон меня тут. Вот он один должен тут где-то быть. Ага, вон он побежал. Пусть уходит, я хотел сказать, но тут машина. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Так, теперь давай-ка машину снимем. Слишком рискованно. Давай вот так. Надеюсь, машина не уедет сейчас. Так, давай-ка вот так. Я бы взял, да, прицел снайперский, но это... А хрен с ним уже, знаешь, я подумал, нахрен, он сейчас уедет, и я его вообще потеряю. Да, взорвалась машина, прикинь, они походу еще и друг друга убивают. Так куда ты едешь, слышишь? Завалил там водителя, нет? Хрен его знает, но вроде и да. Так, давай-ка сразу поставим вот здесь, нет, 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 нет. Прицел снайперский. И он там снимем, чувака. А то он, смотри, как напрягается, падла. Ага, сейчас. Сейчас, ага, сейчас я вижу, вижу, вижу. Где он там? Ой-ой-ой, слышишь? Вот это они хитро сделали, смотри. Сначала кинул гранату, а потом пошел на меня. А это с дробовиком идет, да? Упырь. Так, снял. И там последний остался наверху. Давай-ка попробуем к нему зайти. А, я его снял, да? Тогда смотри, берем силу. Да, твою мать! Как? Я застрял где-то или что? Прикинь, я на чем-то застрял там. На невидимой стене опять. Так, вроде никого. О, я вижу, куда забраться. Спасибо, хоть боты не бесконечно появляются. Пока что. Хотя бы здесь, потому что там они бесконечно появлялись. Видишь антенну на рубке крейсера? Попробуй попасть на борт и отключить ее. Сейчас пройду. Маскировка активирована. Ага, я вижу, они должны быть прямо передо мной. Вон они, вижу, вижу, вижу. Достаточно энергии. Там был еще один, но он меня вроде не видит. Не увидел. Он куда-то туда дальше и пошел. Я не знаю, стоит его трогать или нет. Давай лучше снимем. На всякий случай. Вдруг все-таки тут боты не возрождаются бесконечно. Опа. Твою мать, я же специально с глушителем шел. Твою мать, видишь? Вот меня там спалил кто-то. Давай невидимость сейчас включим, когда полностью пополнится. Маскировка активирована. Это с корабля, да? Падла. Туби пизда. И водителя на всякий случай. Не, подожди. Талана в пизду. Сейчас главное, чтобы меня не замочили. Ага. Вот так. Хрен с ним, все-все-все, оставим их, пускай так будут. Главное, чтобы сейчас, ну, здорово, сейчас они начинают возрождаться, надо быстрее идти, чтобы они не успели этого сделать. Не, все, нафиг, вот это вот, зачистка, она все равно не работает. Как мы видим, тут бесконечно этих ботов. Найди пульт управления. Максимум брони. Вот все. И все, они остались без ПВО, а теперь подсвети лазером этот крейсер и любуйся фейерверком. Ага, понял.
Так, я думаю, мне стоит броню включить и упасть вот здесь, вот так. Вот так, все отлично. Теперь с маскировкой пройдемся. Мне кажется, где-то здесь должен быть бот. Он на карте тут показывает. Хрен с ним, вот так сделаем. И сейчас уйдем, и надо будет корабль мочкануть. Давай-ка. Маскировка активирована. Ага, вот только как это сделать? Вот это вот, ага. Змея один, это эхо 9. Все, получилось. Надо убирать эхо бинокль 9. Или нет? Я лучше на всякий случай не буду убирать. Ну все, они контрольную точку дали, отлично. Слышишь, а ты мне включи вообще, ты что делаешь? Дебил, сука. Не подпускай, охренительно не подпускай. И сам же меня спалил, взял, нормально? Где они там? Сюда иди. Сейчас, пускай он поближе подлетит. У меня как раз патронов хватит, ага. Где он? Чё? С одного выстрела? Хорошо, хоть контрольная точка была, но что это за херня была, ты видел? С одного выстрела, серьезно? Охренеть, они меня подставили, ты видел? Какого хера меня с одного выстрела просто уничтожили? Это что за херня была? Сюда идут транспортники с танками, зашибись вообще. А мне от этого что? Сейчас надо, чтобы вертолет подлетел поближе. Далековато, конечно, я боюсь, что сейчас боты побегут, но пока их нет. Есть. Он же упал. Но я надеюсь, упал. Да, упал, отлично. Опа. Сейчас мы покажем намат. Танки уже будут в гавань. Встречаемся в железнодорожном тоннеле. Какие танки, ёб твою мать. Мне нужно гранатомет, вот он. Твою мать, сейчас прилетит опять какая-то херня. Сейчас надо, чтобы у меня новый был как раз. О, бля. Ты видел, что здесь? Быстрее броня, и потом невидимку быстрее. Да, меня спалили, ёб твою мать. Не-не-не-не-не. Ты видел, что там вообще? Это, надеюсь, мои, да? Да, это вроде бы мои, но, по крайней мере, меня не стреляли, и они приземляются там, куда мне надо идти. Так, этот падла, чтоб меня в спину не замочил. Так, все, есть. И быстрее валим, 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 валим. О, слушай, когда максимум скорости, я даже пешком иду быстрее. Так, давай-ка. Вот так, хоп. Это ж, надеюсь, не враг, но на всякий случай сохранимся, давай. Так, сохранение, давай. Сохранить, да, пускай даже перезапись, это плевать. Видео это записывается, так что мне не нужна будет та контрольная точка. А, это мои, все. Давай броню. Но это должно быть мое, видишь, тут зеленое. Да, это мои, все. Господа, снимаю шляпу. Гавань наша. Мы идем дальше в долину. Возьмите один из танков и следуйте за колонной в тоннель. Угу. Ты ведь умеешь управлять этой штукой, так? Да, сэр. Я нет. Псих, у штаба есть для тебя задание. Иди на подмогу группе Альфа. Тебя ждет лейтенант Купер. Я займусь, босс. Береги себя, Номан. Когда все закончится, с меня пиво. Майк, шарахни по входу в тоннель и продолжим путь. Вот это, получается, мой танк, да? Ну, ты шарахаешь, нет? Ага. А как мне залезть в него? Слышь, мне... Точку. Мне да, не дают этого. В долину. Устроим теплый прием генералу Кхону. Ну, а мне как поехать? Не понял. А, видимо, оно... Угу. Видимо, мое тут участие не нужно. Хотя они мне сказали, что возьми танки и едь. Ну что, тут еще и танками надо будет управлять. Наверное, потом еще и вертолетами, судя по всему. Ну ладно, попробуем. О, да, танком. Ага, правая кнопка мыши это автомат. А левая это крупнокалиберные патроны, все, я понял.
А я должен за ним ехать? Давай за ним лучше поедем. На Shift, кстати, тоже ускорение тут есть. Поддержки не будет до особого распоряжения. Понял. Придется разбираться самим. Внимание всем, это майор Стрикленд. Авиации не будет. Наступление по плану Альфа. Вперед, вперед, вперед. Ой-ой-ой, это что за ворота? Танчики начались, а? Слышь, ты меня не дави. Короче, я понял, на зеленые едем. На зеленые быстрее, быстрее, быстрее. Ага. О, да тут и пальмы даже можно сносить, тогда не страшно. Подожди, почему они не взрываются? Вот, теперь взорвались, а то до этого оно вообще не хотело взрываться, прикинь. Так, это враг, да? Все, взорвался. Я просто по прямой уже гоню, и все, мне плевать на все. Ах ты, сука. Крыса ебаная. А ну, подожди, 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 подожди. Не, все-таки с одного выстрела убивать, но только если я в упоре еду. С шифтом быстрее, шифтом, шифтом едь. У меня уже 39 урона нанесено. Да ты гонишь. Капец. Так, подожди ты, на, падла. Но это не добил. С одного выстрела, короче, меня могут убивать, я понял. Ну хорошо, хотя бы контрольная точка была. Сейчас надо одним четким попасть. Сука, попал, но это маловато. Я понял. Автоматы это мне даны против людей. А против вот таких вот, против танков, мне надо крупнокалиберное использовать. И опять меня где-то снесли. Откуда? А у меня 99 урона, схерали. Капец. А можно вылезти из танка вообще? Сейчас к херам просто вылезти и все. Нет? Сейчас попробую, а ну. Давай, давай, еще один. Успел? Да, успел. Давай-ка еще раз, сейчас попробуем тот. Давай, давай, давай. О, можно, отлично. То что нахуй оно надо? Ты видел меня там? Просто хуя. Ага, я вижу там снайпер. Откуда еще раз покажись? Вижу. На, сука. Снял, отлично. Ага, вон, вижу еще одного чувака. На, падла. Так, это меня прикрывают, я так понимаю, да? Да, это мои идут, они меня прикрывают, отлично. Тогда можно пройтись немного. Да, все. Мина. Мина я увидел только после того, как я зашел. А, вот как они меня взрывали минами. Давай, на, падла. И еще. Быстрее, быстрее, быстрее. Второй, быстрее, быстрее. Успел, отлично. Это враг? Нет? Ладно, плевать вообще потом. Во-во-во, теперь надо вот так как-то аккуратно. На, падла. После чего, давай, вон, я вижу. По мне снайпер хуярит, на, падла. Но после такого он, надеюсь, не должен был выжить. Но это, блядь, из танка я по нему ёбнул. Давай-ка невидимку и теперь. Так, невидимка нужна уже здесь. Минное поле, я вижу. Теперь надо как-то аккуратно пробежать. Так, вижу, вижу. Но вроде танк... Мин нигде нет. На дороге есть они только... Ой-ой-ой-ой. Мины они были только там. В кустах. Командир, это Гриф-16. Мы на месте. Начинаем высадку десанта во втором секторе. Томат, к тебе приближается транспортник с морпехами. Приготовься. Я вижу. О, боеприпас, отлично. Это мне прям нужно. Откуда по мне стреляют? Откуда они знают, что я здесь сижу? А я могу в танк залезть, кстати. В этот. Могу, прикинь. На, падла. На, сука. О, так вообще нормально, смотри. Сука, откуда? Я тебе... Сейчас... Петухи, блядь. Откуда по мне палит-то, а? А, вот один вижу. Давай, давай, чуть-чуть проеду вперед. А, тут я уже не проеду, быстрее. Ага, все. И как мне, а куда мне пройти теперь? Подожди-ка, давай невидимку включу немного. Так, нет, пока броню. А вот куда мне тут надо? Здорово, а что мне тут надо? Мне теперь, наверное, сюда надо... А, установить, нет. Я думал, это бомбы надо будет установить. И чё?
Давай снайперку возьму тогда. Что ли? Я просто не знаю, что мне тут делать надо-то. И где они? Врагов я тоже отсюда не вижу. Но мои вроде их перебили почти всех. А что мне делать-то тогда надо? Подсоединить как-то? Не понимаю. Ну смотри, зеленая точка. А мне задание пишут. Вот задание. Найдите, освободите заложников. Ага. А где тут я могу найти заложников вообще? Может тут сюда как-то... Нет. Слушай, а как я... Не понял. На станции все чисто, майор. Молодцы, ребята. А, все. Салат, уничтожь этот вагон, чтобы мои ребята смогли пройти в долину. Но будь осторожен. Похоже, там боеприпасы. А, ну вот, а вот теперь, наверное, вот сюда надо будет С4 установить, да? Нет. А как я должен уничтожить этот вагон? И что это за звук? Это... Нет, я думал, это... Хорошо, давай-ка попробуем, я не знаю. Как я его должен уничтожить, этот вагон? Так, перед тем, как я его... Кстати, я могу поезд взять? Нет, перед тем, как я попытаюсь его уничтожить, я хочу сделать сохранение и из гранатометов шмальнуть. Если это не прокатит, просто чтобы у меня гранатомет просто так не сгорел. Я потом верну его через сохранение. А, все? Серьезно? Стрикленд, вагон уничтожен. Можете идти. Понял, Наман. Выдвигаемся. Прикрой нас. Сука, и танк сдох. Внимание всем, станция под контролем. Наступление по плану Альфа. Впереди в долине корейский склад боеприпасов. Нужно его уничтожить. Вперед! Я лучше танк возьму, потому что вот так я хрен дойду пешком просто. Прикинь, такое расстояние. Где там танк был? Вон он. Но там еще пишут на карте, где-то двое врагов стоят. А, тут мины, все, я понял, тут я не проеду уже. Наверное, вот этот вот стоило взять мне танк, но я его, сука, взорвал случайно. Хотя супер бега можно... База бронетехники нет. Давай я лучше все-таки вот так вот загружусь. Смотри. Загрузка. Перед тем, как я случайно взорвал вот это вот, да-да-да. Танк отгоню немного назад. Вот. Танк я хочу отогнать немного назад. И потом взорву этот вагон. Потому что иначе... Без танка... А у меня 91% поврежден его. Но хотя бы так, знаешь. Как мне тут проехать? Вот так как-то... Во-во-во-во-во, получается. Ой, я, кстати, гранатомет не буду тогда тратить. Вот так вот сделаю. Еще вот так вот. Все. Стрикленд, вагон уничтожен. Можете идти. Понял, Наман. Во. Выдвигаемся. Прикрой нас. Во, вот так отлично, смотри. Всем станция под контролем. Наступление по плану Альфа. Впереди в долине корейский склад боеприпасов. Нужно его уничтожить. Единственное, что было бы отлично, если бы еще можно было как-то танк починить, потому что вот это дерьмище полное. План Альфа. Слушай, а где инопланетяне? Зачем нам их показали? Стой, 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 он же сейчас меня обстреляет, и я проиграю назад. Твою мать. Твою мать, а. Во-во-во-во-во. Вот так вот. Во, получилось отлично. И там слева. Ага, вижу. Но я не взорвал, да, походу, то. Там пару солдат. И я на всякий случай взорву тоже тот танк. Но то, походу, был свободный, и я мог в него залезть. Сука, я тупой. Где-то там еще чувак. Но это просто человек, нахер он мне нужен. Ага. Так, это я тоже в смысле? А ему вообще похуй, да? Уничтожьте внимание, установки ПВО. Где они? В долине полно корейских зениток. Ага. Пока мы с ними не разберемся, поддержки с воздуха не будет. Наман, мы не сможем вызвать авиацию, пока ты не разберешься с зенитками. А как мне их, слышишь, уничтожить зенитки эти? Так, откуда? Меня с той стороны кто-то ебашит. Вот он, танк, наверное, да? Тогда... Ну, смотри, у них как будто броня. Видишь, какая-то невидимая. Я по ним палю, им вообще насрать. Чё за херня? Так не должно быть, мне кажется.
Надеюсь, хотя бы вот так в лесу меня не будет видно. Ну вот, вот это уничтожилось с одного выстрела. Я не понимаю, как это работает. Смотри, вот это с одного выстрела уничтожилось. Так, это, я так понимаю, мой танк. Нет, не угадал. То вроде бы не мой был. Походу, судя по всему. Ну давай этот попробуем ёбнуть. Может, это не наш все-таки. Это откуда-то справа по мне палят. Откуда-то справа, я увидел. Давай посмотрим. Какая сука по мне палит оттуда? Ага, вижу. Так, ну это не он, видимо. Вон он, я видел откуда. Но это очень далеко, я там не увижу. Я там не попаду просто. Может, это как-то по другой стороне надо будет идти. Так, ну где-то здесь они есть, враги. Я вижу. Ага, вот. Ой-ой-ой, я еще и на танке застрял. Вот они. Ага, вот они на с гранатометами. Так, это вражеский танк? Да. Еще второй выстрел. Нет, стой. Ему вообще насрать, прикинь. Ладно, просто поехали дальше. Так, ну я видел, с правой стороны есть гранатометчики, значит, было логично поехать с левой. Правильно, вот еще и контрольную точку дали. Наверное, не стоило просто в ту сторону идти. Да, я вижу, там еще и море. Так, где там зенитка? А я не вижу, где она? Сука. По мне шмальнули тут со всех сторон. А я не вижу, где тут зенитка. И вот вертолет, нападло. В смысле, я опять сбил, вот. Подожди, назад. Почему тут заднего хода нет или что? Это ж танк, сука. Ну, хотя бы передний ход тут очень мощный, я могу прям вот так провернуться. А где? Ага. В смысле, а что я не взорвал оно? Оно не взрывается, не понял. Не понял, как это. Ну вот же. А почему так не взорвалось? Самолет уже в воздухе, Наман. Уничтожь последнюю зенитку, и они нанесут удар. Да. Только мне сейчас надо сначала повернуться. Как-то на этой говне просто. На этой говне. Ой-ой-ой-ой, как бы еще не утопить это говнище. Так, а как я тут должен против ежей пройти? Мимо ежей, точнее. Может, мне тогда имеют в виду теперь в обратную сторону поехать? Правильно? Скорее всего, да, намекают мне, чтобы я в обратную сторону пошел. Давай вот так попробую выехать. И теперь вот так, давай, едь. Отлично. Наверное, да, намекают, что... Хотя вот тут я могу проехать вообще, нет? Вот так вот, если... Нет, не могу. Но я так и думал, да. Это надо будет по кругу просто объезжать. Ну, по кругу я еще успею объехать, поэтому на этом все. Напиши любой комментарий, поставь лайк, подпишись на канал, ссылка на плейлист ВК, Инстаграм в описании. Скоро увидимся.